Здравствуйте, дорогие друзья! Ну вот мы с вами добрались до темы, как лично делать 50 баллов. И у многих людей возникает вопрос, а зачем? Отвечаю сразу, это есть в уставе компании. Одно из правил является то, что личный товарооборот должен составлять для начисления объемной скидки 50 баллов. Если мы это посмотрим в рублях, это примерно 3800 рублей до 5000 рублей. Для кого-то это кажется невозможным, для кого-то это делается очень легко. На самом деле в бизнес мы приглашаем тех людей, которые готовы научиться делать те или иные действия. Соответственно, если вы пришли зарабатывать с компанией, то научиться делать 50 баллов личного объема вы сможете. Было бы, как говорится, желание, а навык он приобретается. Давайте посмотрим, что такое 50 баллов. А начну я с того, что главное отличие нашей компании от других сетевых компаний в том, что у нас есть практически все, что вы покупаете каждый день в соседнем магазине. В компании более 20 направлений продукции, а именно косметика по уходу за лицом и телом, декоративная косметика, детская косметика, одежда и аксессуары, детская линия одежды, белье, здоровое питание, витамины, программа управления весом, которую ведут ведущие врачи, косметика для дома, медицинские товары для здоровья, парфюмерия, бактериофаги, ортопедические товары. Так вот, давайте посмотрим, что такое 5000 рублей. Например, вы можете договориться со своими постоянными клиентами, например, с родителями, да, что на 650 рублей они покупают у вас по каталогу косметику по уходу за телом. Бабушки и дедушки берут витамины для здоровья, продукты Денос периодически. Соседи на рублей 650 берут все для уборки помещений, порошки, отбеливатели, кондиционеры. Друзья на 650 рублей берут зубные пасты, шампуни, мыло, парфюм. Предположим, коллеги по работе, либо одноклассники берут одежду своим любимым деткам или себе любимым. Итого получается, если 6 человек делают заказ на 650 рублей, итого 3900, ну и плюс личное потребление, вы моетесь, одеваетесь, следите за своим здоровьем, вы не ходите в магазин, вы становитесь 100% потребителем продукции, плюс еще 1100. И вот таким образом у вас каждые 3 недели на своем личном регистрационном номере заказ будет проходить на 50 баллов 5000 рублей. Я считаю, это несложно, так как большинство людей делают такие покупки каждый месяц в соседнем магазине. И зачем кормить конкурентов, когда продукцию высокого качества по оптовой цене от производителя можно брать здесь и при этом еще и зарабатывать. Помимо экономии, вы получаете возможность брать для себя подарки и участвовать в двух классных программах. Какие именно подарки и программы, вы узнаете в следующем видео от меня, либо от своих наставников. Каким образом вы можете собирать заказы? Первое – это показывать каталог. То есть бумажный каталог – это классический способ, да? И второе, вы можете отправлять в электронном виде своим же друзьям электронный каталог, и люди будут делать у вас заказы. Вот, что хочу сказать, ничего сложного в этом нет, дерзайте, учитесь, все у вас получится, и не забывайте, что путь к успеху начинается с первого шага. С вами была Алина Гильмудинова, пока-пока, встретимся в следующем видео.